В Твери проверили качество уборки снега и наледи на крышах и во дворах многоквартирных домов. В январе-начале февраля текущего года специалисты госжилинспекции региона осмотрели ряд многоквартирных домов Твери и прилегающей территории. За прошедшие 2 недели обследовано 44 объекта. Региональная госжилинспекция провела выездные проверки многоквартирных домов по улицам Горького, Мусоргского, Коноплянниковой, Фурманова, Новоторская, Трехсвятская, Советская, Седова, а также по Тверскому проспекту, набережной Степана Разина, бульварам Шмидта и Радищева в Твери. Специалисты осмотрели территории на предмет качественного устранения снега и наледи на крышах и балконах, а также на тротуарах и во дворах многоквартирных домов. По итогам проверочных мероприятий управляющие организации устранили наледь на свесах кровли и воронках системы наружного водостока на ряде объектов.